Auguri a tutti per il giorno della vittoria, 9 maggio 1945, 9 maggio 2021, 76 Мои anni искренние поздравления с 9 мая 1945 до 9 мая 2021 прошло 76 лет. Но мы помним ту страшную войну, в которой мы смогли победить эту чуму под названием фашизм. Италия и весь мир благодарны русскому народу за победу в этой беспощадной войне. Почетное консульство Российской Федерации в Неаполе и Ассоциации соотечественников поздравляют всех с Днем Победы и благодарят советский народ за то, что он, не жалея жизни, подарили свободу всему миру. Спасибо от всего сердца. Поздравляем жителей города Брянска с Днем Победы. Огромная благодарность главе администрации Дбар Марине за продуктивную работу над проектом установления памятника, посвященного совместной борьбе итальянского и русского народов против фашизма в городе Неаполь. Мы надеемся, что в скором времени наши соотечественники и жители Италии смогут возложить цветы к этому монументу. Благодарим город Брянск. С Днем Победы!